Добрый вечер, уважаемые коллеги. Нам пора начинать наш вебинар. Напишите, пожалуйста, коллеги, плюс, если у вас появился звук, появилось видео, появилась презентация. Вижу плюсики. Прекрасно, значит, звук есть, меня слышно. Мы с вами сегодня поговорим об использовании веб-сервисов в работе учителя английского языка. И с вами вместе создадим комикс. Он будет, правда, скорее всего, не анимированный, с анимированными. Я покажу вам уже на видео, как это все выглядит. Но саму площадку тоже обязательно покажу, как она работает. Так, звук есть, вас нет. Я надеюсь, что дозагрузится видео. Коллеги, у кого вдруг на утреннем вебинаре, например, ничего не было, ни видео, ни звука, то вы тогда обновите, пожалуйста, страницу. Да, и коллегам, если кто-то будет писать, тоже подсказывать, что самое главное, страница обновить, и все появится. Итак, по веб-сервисам, да, когда мы говорим про веб-сервисы, мы с вами понимаем, что мы в первую очередь будем подразумевать использование информационно-коммуникационных технологий в обучении. Конечно же, возникает логичный вопрос, используете ли вы веб-сервисы в обучении? Часто коллеги сразу же, да, пишут в чате, что не использую, потому что у меня нет проектора, не использую, потому что у нас нет у детей ноутбуков и так далее. Ну вот, интересно узнать, как на данном вебинаре у коллег обстоит дело с веб-сервисами в обучении. Да, здесь не написано, используете ли вы веб-сервисы во время урока английского языка, да, вы их в принципе готовите или нет, ноутбуков нет. Вот как раз, да, то, о чем я сейчас говорю, еще раз повторяюсь. То есть вы при этом, при отсутствии ноутбуков у учащихся, но при наличии у вас ноутбука учительского или компьютера учительского в кабинете, или своего личного ноутбука, который также, да, многие коллеги постоянно рассказывают, как приносят свой ноутбук, и со своим ноутбуком ходят из кабинета в кабинет. Да, вот моя невестка, она учитель английского языка, она ходит из кабинета в кабинет со своим ноутбуком. Да, потому что у нее нет возможности воспользоваться школьным. Вот, соответственно, ничто не останавливает, отсутствие ноутбуков у детей не должно останавливать в использовании веб-сервисов. Потому что на таком вот веб-сервисе с комиксами и веб-сервисе, где можно сделать интерактивную, такое видео, интерактивную презентацию, вы можете это сделать все сами, из дома, подготовить какую-то тему учащимся таким образом. Конечно же, интереснее будет ребятам воспринимать, да, материал. И уже использовать готовое все, что вы приготовили для них на уроке. То есть для этого ноутбуки вашим учащимся не нужны. Да, вот Quizlet, Learning Apps, да, своим ноутбуком, вот тоже, да, коллеги пишут. Так, в принципе, на каждом вебинаре всегда найдутся коллеги, которые просто скажут, что да, у нас ничего нет, но я готов носить свое, только чтобы до учащихся донести весь тот материал, который я хочу до них донести. Так, теперь у Анны нет звука, наоборот. Коллеги, давайте еще раз проверим. Напишите, пожалуйста, плюс, если у вас есть звук и есть видео. И видна презентация. Все есть, плюсы. Так что, коллеги, те, у кого нет звука, все, что я могу вам сделать, это написать вам в чате, перезагрузите страницу. Больше я, к сожалению, вам ничем, коллеги, не помогу. Но как только перезагрузите, все появится. Мы с вами поняли, да, мы посмотрели в чате, да, что веб-сервисы коллеги используют. Кто-то есть, конечно, кто не использует, но, может быть, после сегодняшнего вебинара так понравятся эти сервисы, что захочется использовать. Да, это для нас очень важный момент. А, коллеги, по поводу комиксов. Вы сегодня пришли на вебинар, где после двоеточия названия стоит, что мы будем создавать комиксы. Соответственно, возникает вопрос, зачем вам нужны будут эти комиксы, которые мы сегодня с вами посмотрим, как составлять. Я не буду громогласно заявлять, что мы научимся их составлять. Нельзя чему-то научиться такому техническому, когда я не могу вам это объяснить, да, потому что со мной нет рядом этого человека, да, которого нужно научить. Через компьютер, через вебинар это сделать тяжело. Но даже сегодня вы сможете, если у вас есть время, у себя открыть тоже вкладку с этим сервисом и попробовать там тоже самому сделать комикс. Тоже не проблема.
Так, комиксы только в учебнике используют, ну, все равно вы же их используете, да? А для чего и как мы их используем? Для обучения говорению, вот Светлана написала, спасибо. Обучение грамматики, индуктивный способ. Показать в комиксах ситуации, грамматические правила. Смотрите, под грамматику уже, да, коллеги, много уже написали. Так, по лексике, наверное, да, если у нас грамматика всегда неотрывно как-то с лексикой связана, мы можем же не только с вами на грамматику направленные, да, такие комиксы, рассматривать их как комиксы для грамматических структур, но и лексику, правильно, конечно же, особенно новую лексику, потому что в форме комикса она вводится ребятам как-то проще, чем в формате, в форме текста, да, какого-то рассказа или, не знаю, статьи, письма. Всегда читать комиксы нравится больше, даже не из-за количества текста. Да, все-таки просто само оформление, то, что это герои какие-то, да, в этом участвуют, это вот воздействует на ребят положительно. Навыки письма, продолжить рассказ. Например, в формате комикса, правильно, замечательно, и мы с вами сегодня будем как раз задание выполнять в формате комикса. А на самом деле задание на говорение, но мы и на грамматику, а мы с вами будем переносить его на экран. Весело, потому что это весело и интересно, действительно, как раз для того, чтобы мотивацию ребятам поднимать. А, что касается нормативной базы, да, про что мы с вами должны всегда помнить, когда мы работаем с такими интерактивными программами, когда мы что-то включаем нашим учащимся, в первую очередь это то, что это должно присутствовать в обучении в связи с тем, что в ГОСы нам это прописывают. Да, во ВГОС, в метапредметных результатах, я покажу сейчас попозже слайд, есть формулировки, которые нам приписывают, что да, по стандарту мы должны, например, научить наших учащихся вводить текст с помощью клавиатуры в начальной школе. Да, у нас стандарт рассчитан на 2, 3, 4 класс в начальной школе. Вот в рамках 3 лет, за 3 года, мы в том числе тоже, как учителя иностранного языка, должны их этому учить. Да, понятно, что у них еще нет информатики, что они максимум могут ходить на какой-нибудь кружок или внеурочное занятие, но ничто не мешает нам совмещать то, что нам необходимо, а именно, например, ввод новой лексики или повторение грамматики, или когда мы перекладываем монолог-диалог на комикс, да, на письменную речь, совмещать это с тем, что мы все равно учим вводить текст с помощью клавиатуры, особенно текст на английском языке. Это всегда сложнее на клавиатуре, да, печатать по-английски, особенно ребятам, особенно четвероклассникам, например. То есть это все равно ребята все должны освоить. Второе, что нужно помнить, это требования СанПин. СанПин по поводу количества времени, которое можно потратить с учащимися, да, которое выделяется учащимся на то, чтобы смотреть на экран отдельно, да, на статические изображения, отдельно на динамические изображения, отдельно на видео, всегда разное время. Даже просто работа за компьютером, она не 45-минутная ни в коем случае. Да, то есть даже учитель информатики все равно ищет как-то выход, потому что в 8-11 классах, например, не более, по-моему, 25 минут или 30 минут, сейчас посмотрим на таблицу, можно работать за компьютером. Все остальное время должно быть какая-то теория или какой-то опрос, да, что-то отвлекающее ребят от экрана, потому что это вредно. Все, что предписывают вам локальные акты, рабочие программы, все, конечно, тоже должно учитываться, когда мы разрабатываем что угодно через веб наши сервисы. И, конечно же, должно учитываться авторское право, мы должны его соблюдать. То есть, если в сервис предлагается добавление иллюстраций каких-либо, и эти, например, картинки, иллюстрации, которые вы хотите добавить, они не ваши личные, это не ваши фотографии, снятые на ваш фотоаппарат или на ваш телефон, то вы должны указать прямую ссылку всегда, да, в конце где-нибудь в ресурсах или в пояснительные записки к этому ролику. Да, но если вы этот ролик тем более куда-то публикуете, например, на YouTube, то вы должны в описании сказать, что вот эта картинка взята отсюда, эта картинка отсюда, или вот эта музыка взаимствована отсюда, а вот данная музыка, она не находится в public domain, но я списался с представителем певца, и он разрешил мне в учебных целях ее использовать, допустим. Да? То есть все это тоже реально. Главное указать. Главная ошибка, как правило, это когда коллеги делают ссылку на весь сайт сразу с картинками, то есть делают поиск, допустим, в Google или поиск в Яндекс.Браузере, и после этого дают ссылку на все картинки, которые выпали, а не на конкретную картинку. Да, вот как делать прямую ссылку, это тоже важно, посмотрите и всегда ставьте прямые ссылки на все картинки. Это учитывается в очень многих местах, например, в каких-то в отдельных конкурсах, да, где просматривается и правильность оформления списка источников, а это будет как раз тоже использованный источник в виде картинки.
Так что это тоже очень-очень важно. Что касается Санпина. Да, здесь у нас таблица. В таблице мы видим, что в начальной школе это, конечно, совсем небольшое время, которое ребята могут проводить перед экраном, например, на просмотр динамических изображений, то есть то, о чем мы сегодня будем говорить. В начальной школе выделяется в первых-вторых классах, то есть нас интересует второй класс, да, 15 минут, в третьих-четвертых классах всего на 5 минут больше, 20. В пятых-седьмых классах уже 25 минут можно потратить времени, и в восьмых-одиннадцатых классах 30 минут. Да, то есть здесь вот непрерывно можно с ребятами смотреть ролик, допустим, не более 20 минут. Но, как правило, мы такого не делаем с вами. Мы можем, конечно, включить какую-нибудь обучающую компьютерную программу. Если ребятам она очень сильно нравится, то они, конечно же, захотят, да, с ней дольше поиграть, с этой программой. Но мы должны обязательно чередовать виды деятельности, поэтому как только, допустим, во втором классе 15 минут вы над обучающей компьютерной программой поработали или поработали с комиксом, который вы с ребятами делаете или который вы ребятам демонстрируете, вы дальше должны выключить экран, да, чтобы ребята перестали смотреть на вот, да, светящиеся вот эти блики от техники, и они, у них должны отдохнуть глаза. Дальше вы можете еще через некоторое время, опять на не более чем 15 минут, включить им что-то на экране. Да, вы видите, что даже в 8-11 классах это всего полчаса. Да, то есть никак мы полностью на весь урок, на 45 минут, не можем с вами растянуть вот просмотр видео и, допустим, да, выполнение какого-нибудь задания интерактивного через веб-сервис. Вот еще тоже коллеги встречаются у нас в чате, как сегодня утром. Сейчас отвечу в чате, что вебинар у нас уже в разгаре. Не знаю, что у нас сегодня такое. Но почему-то сегодня коллеги подключаются, а у них не заходит сразу же в вебинар. Грустно. А это что касается Санпин. Почему же нам необходимо применять ИКТ в обучении? Да, как мы уже выяснили, потому что нам так предписывает стандарт. Как я уже сказала, в метапредметных результатах можно найти всю эту информацию. Пункт 7 у нас в метапредметных результатах, например, в начальной школе. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. То есть должно быть такое метапредметное умение, достигнуть метапредметный результат. И они должны уметь искать информацию, в том числе в сети интернет, сбор, обработка, анализ этой информации, организация, передача, интерпретация информации. А также, да, они должны уметь вот, вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать, записывать в цифровой форме измеряемые величины, анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление, выступать с аудио, видео, графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. То есть, да, при составлении комикса, как бы ребятам там не хотелось что-то, да, смешное на их взгляд сделать, всегда нужно их предупреждать, что все должно быть, да, с точки зрения этики и этикета правильно. Это почему нам нужно все-таки использовать ИКТ в обучении. А какие же мы получаем с этого преимущества, да, от того, что мы используем ИКТ? Конечно же, когда мы применяем ИКТ, то есть мы применяем цвет, графику, звук, анимацию, да, это все позволяет нам воссоздать реальную обстановку деятельности. Ребята, потому что все-таки это происходит больше как наяву. Да? Можно оживить даже грамматическое правило. Я сегодня покажу ролики. Компьютер, и все, что связано с компьютером, все, что связано с веб-сервисами, интернетом, всегда привлекает ребят. Вы уже тоже про это в чате писали. И поэтому, конечно же, повышает мотивацию к вашему предмету, к вам, к изучению языка. ИКТ вовлекает учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию способностей, активизации умственной деятельности. Почему? Потому что каждый учащийся для такого, например, комикса будет делать что-то определенное или для интерактивного ролика. Кто-то будет начитывать, например, звук. Да, может быть, у учащегося получается очень хорошо, с выражением, не торопясь, да, читать текст на английском языке, который потом будет наложен сверху на видео и, соответственно, будет во время видео звучать. Да, вместо музыки. Это тоже нужно уметь. А кто-то, например, прекрасно может высчитать, какое количество секунд должно быть на тот или иной предмет, который возникает в видеоролике, до его смены на другой предмет. Это тоже, да, будущие, наверное, операторы, да, должны уметь делать. Вот если у учащихся есть эта способность, почему бы ее здесь тоже не использовать?
Также, да, компьютеры позволяют нам строить и анализировать модели различных предметов, ситуаций и явлений. То есть все это будет визуализировано, в том числе и комиксы, и интерактивные ролики. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся, потому что мы можем, проводя, допустим, проектные работы, да, то есть мы проводим проектную работу в интерактивной форме, мы делаем по итогам проектной работы интерактивный ролик или комикс. Да, то есть учащиеся получат сразу же готовый в итоге продукт, который потом можно будет использовать. Это может быть что-нибудь страноведческое, это может быть буктрейлер по прочитанной книге, так чтобы другой класс, когда посмотрит этот буктрейлер, сделанный ребятами, захочет прочитать эту книгу, потому что им захочется узнать, чем же все закончилось. И, соответственно, связанные, да, с пятым пунктом, шестой пункт здесь в преимуществах, это то, что все, что мы делаем с помощью ИКТ, оно позволяет нам сразу же проводить с ребятами рефлексию, потому что они сразу же видят свои ошибки. Да? Ты что-то где-то не так начитал на аудиозапись, и эта аудиозапись не накладывается у вас на видео, потому что не совпадает текст и тот кадр, который сейчас, допустим, идет. Значит, да, нужно отрефлексировать, что нет, я сделал неправильно. Я либо неправильно высчитал секунды, которые, да, нужно было промолчать и потом опять читать текст, либо, может быть, я неправильно просто нарезала эту аудиозапись, да? Может быть, я неправильно слово какое-то прочитал, может быть, я неправильно составил вообще сам текст, и он не подходит к тому, что делали, да, на видео. То есть это все тоже будет такая сразу же рефлексия, потому что вы видите готовый продукт. С готовым продуктом всегда проще проводить рефлексию. Далее. Что такое веб-сервис? Да, я сегодня утром на вебинаре только-только начала вебинар, и тут же коллеги начали писать, а что же все-таки такое веб-сервис? Мы еще даже не дошли с ними до этого слайда. Это когда вот как телешкола? Нет. Веб-сервис – это программное обеспечение, которое предоставляет платформенный независимый доступ к своим данным другим программным продуктам через интернет. Да, то есть вы понимаете, что это любой сайт, который предлагает какую-то такую, да, услугу, программу, приложение, да, назовем это все через слэш, это может быть что угодно, с помощью чего вы можете что-то новое создать, выполнить, оно останется и будет храниться там, на платформе, в вашем либо личном кабинете, либо вы будете иметь возможность куда-то это выгрузить, например, к себе на канал в YouTube, если это ролик, или в формате, не знаю, PDF распечатать себе комикс, или скачать этот комикс, допустим, вот в PowerPoint, как сейчас вы смотрите у меня презентацию, да? То есть каждый сервис предоставляет какие-то свои возможности. Конечно же, каждый сервис предоставляет возможности относительно платного и бесплатного доступа. Да? Это сейчас будут очень частые вопросы в чате, а это платно, а это бесплатно. Все, как правило, сервисы создаются для того, чтобы на них зарабатывать. Поэтому, конечно же, да, мы понимаем, что в основном функции и самые такие интересные функции во всех сервисах, которые хочется использовать, они платные. Я не знаю, не смотрела по поводу Prezi, например, да, интерактивных таких презентаций, но я думаю, что у них уже тоже появилось что-то из платного. Да, то есть не все, что кажется таким красивым и сделано через какую-то программу, можно сделать бесплатно. В том же самом glogster.edu.com, да, платно обычно расширенные возможности. Вот, соответственно, да, в Глокстере, например, тоже платные возможности различные, они всегда интереснее, да, хочется их использовать. Но, с другой стороны, нам для того, чтобы для урока сделать какой-то небольшой ролик или создать комикс, нам не нужно что-то где-то доплачивать. Мы воспользуемся, вот сегодня будем делать, только тем, что у нас есть, что есть в наличии бесплатно. Это вот что такое, да, веб-сервис. Про комиксы, так как у нас сегодня все-таки именно на комиксах мы сосредоточились, потому что у нас еще будут вебинары по веб-сервисам, но уже не связанные, да, с комиксами, с роликами, с интерактивом. Они будут связаны немножечко с другими вещами. Комикс в обучении, да, зачем он нам нужен? Мы можем его использовать как иллюстрацию для темы занятия. То есть в начале занятия вы показываете ребятам короткий комикс, буквально из трех окошек, да, где какие-то персонажи разговаривают между собой, в зависимости от того, сколько вам нужно, чтобы было введено персонажей. И ребята должны понять, исходя из этого комикса, о чем же сегодня пойдет речь.
Или это может быть не просто иллюстрация темы занятия, а как бы подведение итогов темы занятия. То есть всю лексику, да, это активизация лексики, всю лексику, которую вы изучили сегодня новую на вашем занятии, вы можете ввести в комикс и попросить ребят сделать такой комикс вместе с ними. Это недолго, поверьте. Мы с вами сегодня попробуем сделать комикс. Далее это могут быть проектные работы. То есть вы в качестве итоговой работы просите ребят сделать не в PowerPoint презентацию, а с помощью определенного веб-сервиса. Называете им какой-то веб-сервис, или, может, они сами найдут такой веб-сервис. Главное, вы им говорите, что вот все должно быть, допустим, анимированное. Да, тогда они вам будут делать что-то анимированное. Либо вы говорите, что это должен быть обязательно комикс. Да, тогда вы, соответственно, они будут тоже знать, что вы от них хотите. А очень удобно, как вы, в принципе, уже написали в чате, что можно с помощью комиксов повторить лексику, подтянуть лексику, повторить грамматику, подтянуть грамматику. Все, что касается диалогов, монологов, как раз в комиксах, да, это самое вот основное направление. Речевые ситуации повторить, особенно лексику в тех или иных речевых ситуациях, как можно сказать, как нельзя сказать. И можно с помощью комиксов делать пересказ прочитанного текста, прочитанного рассказа, то есть, да, уже не буктрейлер, а буквревью. Это тоже все реально сделать. Давайте мы с вами посмотрим сначала на сервис Powtoon, powtoon.com. Я сегодня буду показывать демонстрацию экрана, поэтому буду вас постоянно просить писать плюсы, что у вас все появилось и все работает. Пока что это слайд. Так выглядит первая страница, когда вы зайдете на powtoon.com. У кого, кстати, есть возможность сейчас сразу же зайти на этот сервис, вы можете перепечатать себе в адресную строку браузера, в новой вкладке, конечно же, да, в браузере, www.powtoon.com. Если вы уже используете этот сервис, то вам это не нужно, вы просто посмотрите, что можно сделать здесь бесплатно. А может быть, вообще у вас платная версия у кого-нибудь есть. А здесь мы делаем, да, такие замечательные, занимательные видео и презентации. Здесь написано «It's free and it's easy». Да, конечно же, не обошлось здесь без маркетинга. Конечно же, он не весь free. Очень много здесь функций, которые стоят только в Pro-доступе. Но мы обойдемся без них, когда будем делать такой ролик. Но мы с вами его полностью делать не будем. Я вам покажу просто, что можно сделать, функционал. А далее давайте мы с вами уже перейдем на демонстрацию экрана. У меня здесь такие запасные слайды, на случай, если что-то где-то не включится. Сейчас, коллеги, у вас виден экран вместо презентации, да, на котором видна моя мышка. Правильно, указательная стрелочка должна быть видна. Это вы видите экран, когда вы уже зашли в программу, вы уже зарегистрировались или зашли с помощью Facebook или с помощью Google. Вот что вы видите, да, у себя на экране. Здесь различные шаблоны. Можно выбрать шаблон сразу же отсюда же с первой страницы. Если у вас это инфографика, пожалуйста, вы берете инфографику. Если у вас это презентация, вы берете презентацию. Что-то с рекламой, да, пожалуйста, реклама. Да, вот здесь даже какие-то анимированные совсем маркетинг-видео есть. А наша сегодня, да, такая часть интереса, это как сделать его с нуля. Поэтому мы возьмем такой blank Powtoon. Он у нас загружается, вы видите. Загрузился. А какие варианты здесь можно делать в наших таких роликах, паутунов? Modern Edge, Whiteboard, Cartoon, Infographic и Real. Да, они все разные, конечно же. Например, Whiteboard, да, он нам показывает вот здесь внизу различные вариации того, что у нас может получиться. Но мы видим, что это такие скетчи, которые как будто нарисованы от руки. Давайте мы его выберем, возьмем. У нас возникает окошко нашего ролика. У нас есть слайды, которые можно накапливать и добавлять. Тогда, соответственно, между ними можно ставить различные переходы, например, смахивание, переворот и так далее. Очень похожие переходы, конечно, на PowerPoint, но некоторые есть тех, что в PowerPoint их нет. Поэтому можно вот только за счет красивых таких переходов воспользоваться этой программой. Чтобы добавить слайд дополнительно, если на этом слайде у нас уже не помещаются, например, персонажи, или нам нужно сменить место действия, да, где сейчас происходит действие, у нас, допустим, первый кадр – это
что именно происходит в помещении. Второй кадр – это что-то происходит где-то на улице. Да, давайте мы с вами тогда выберем сначала из нашего меню. У нас background, text, characters, props, shapes, sound, media и specials. Мы выберем с вами background. У нас здесь есть my media. Сюда мы загружаем что-то свое, если нам нужно на каком-то своем фоне определенном сделать наш ролик. Либо пользуемся Flickr. Да, это платная версия. У нас есть free video backgrounds. А можем выбрать, например, цвет просто, да, какой-то. Или локации. Вот если мы с вами locations откроем, потому что это нам всегда интереснее, потому что мы используем для того, чтобы язык изучать. А, допустим, мы возьмем с вами такую прекрасную картинку и перетаскиваем ее себе. Сейчас она у нас отобразится. Отобразилась. А, действие будет происходить в первом кадре у нас, соответственно, в помещении в гостиной. Что мы должны сюда дальше поместить? Нам нужно добавить characters. Мы выбираем с вами characters, и из бесплатных у нас здесь есть только такая вот прекрасная девушка. И вот такой прекрасный молодой человек с очень большим носом. Что они могут делать? Во-первых, они уже двигаются, это видно по тому, когда вы на них наводите. Да, это все-таки немножечко добавляет такого интереса к ролику, который ребята просматривают потом. Она может быть грустная. Surprise, standing, happy, thinking, meditating, scared, pointing, tapping, sleeping. Допустим, она у нас будет медитировать на диване сидя. Сейчас она у нас появится, сидящая на диване. Вот наша прекрасная девушка, сидящая на диване. Мы ее сделаем чуть-чуть покрупнее. Дальше нам нужно, чтобы у нас все-таки был какой-то сюжет. Да, для сюжета нам, соответственно, нужен, чтобы там что-то происходило, да, внутри. Давайте мы добавим, допустим, на стол какой-нибудь гаджет мы поставим. Зайдем с вами в Props, Basic, Free, конечно же, да, не в платные. И, допустим, у нас там будет стоять ноутбук. Перетягиваем его сюда, ближе к столу. Уменьшаем в размерах. Можем его немножко развернуть. Вот такой у нас здесь ноутбук. А далее, по поводу как сохранить и все остальное, я сейчас тоже все покажу. К ноутбуку у нас, допустим, должен выйти наш второй герой. Раз дама у нас медитирует. Наш второй герой. Он будет у нас... Он у нас будет счастливым, что он нашел свой ноутбук в квартире. И мы его ставим вот сюда. Он у нас зашел и радуется, что вот он мой ноутбук. Далее. Мы с вами должны добавить текст. Кликаем с вами на слово «текст» и впечатываем этот текст сюда. Сегодня утром коллеги спрашивали, можно ли текст добавить на русском. Кстати, можно. Можно. Но мы добавим с вами на английском. Здесь будет написано «Oh, here it is». И это у нас будет текст нашего молодого человека. Мы сейчас ему этот текст подтащим. Текст можно уменьшить. Да, вот здесь у нас такая кнопочка. Мы на нее кликаем, уменьшаем цифру. Это размер текста. Пожалуйста, уменьшили, чтобы у нас не был очень большой. Можем добавить какую-нибудь форму. Что у нас еще здесь есть? Есть у нас вот такие баннеры, выноски. Можно вот такой баннер добавить.
И, соответственно, текст нам нужно поместить в наш баннер. У меня он, правда, туда не помещается. Не знаю почему. Текст можно, вы видите, да, по настройкам. Он может быть вот такой письменный, как будто его кто-то в этот момент набирает, пишет. Он может просто появляться, текст. Нет, этих раскрасить нельзя. Выкатываться, печататься, появляться и так далее, да, выскакивать откуда-то. Текст здесь, то есть можно отформатировать, как вам будет удобно. Но почему-то у меня единственное, что не получается. Добавить туда текст. Это что-то у меня не срабатывает. Второй раз уже причем. В любом случае, выноски здесь добавляются. Да, текст добавляется. И потом у нас в итоге, давайте мы с вами пока лишнее уберем. Наш человечек пришел сюда за камерой. Нам нужно расставить все на таймлайн. Вот здесь внизу у нас есть таймлайн, который мы ставим, что наша прекрасная девушка медитирует. Около нее мы накладываем, он уже изначально в первом кадре стоит здесь компьютер. И к ним заходит через 3 секунды молодой человек, который радуется, что он нашел свой ноутбук. Далее мы добавляем ноутбук, чтобы у нас ушел. Да, мы выбираем ноутбук, и он пропадет у нас вместе с нашим человечком в одно время. Давайте мы просмотрим, правильно ли мы все настроили. Да. Вот так получается, да, у нас сидит девушка. Стоял ноутбук. Соответственно, у нас просто там было бы окошко, да, которое у меня не получилось, к сожалению, добавить. В него вписано было бы «Oh, here it is». Да, и далее, после того, как окошко появляется, да, наш человечек как будто схватил этот ноутбук. Да, здесь они, конечно же, не делают каких-то определенных действий. Да, он не берет этот ноутбук, ничего. Но когда он убегает, соответственно, да, у нас по эффекту, который мы добавили, он как будто забирает с собой вместе ноутбук, потому что мы наложили с вами время выхода картинки с человечком и время выхода картинки с ноутбуком. Соответственно, они просто вместе у вас улетают. А создается то ощущение, да, что это все сделано специально. Мы просто так наложили. А по поводу звука, да, здесь можно добавить звук. Вот он, sound. Да, вы можете либо загрузить что-то из своего Add Music, либо начитать, сегодня тоже коллеги очень интересовались, можно ли начитать текст и сверху его здесь наложить. Да, можно, вот только вы нажмете не My Music, а My VoiceOvers. И, соответственно, добавите. Можно посмотреть, что из этого можно использовать, можно прослушать. Это та музыка, что уже здесь входит. Да. Музыка разная. Когда вы нажмете ее использовать, она у вас, соответственно, здесь, как и в презентациях, да, в PowerPoint, она у вас наложится и внизу будет. Или как в Movie Maker, если кто-то работал, да, то она у вас наложится на таймлайн. Это что вот касается того, что мы делаем наш ролик. Да. Далее нам его нужно, конечно же, экспортировать, потому что коллеги спрашивали, как быть с тем, чтобы его потом показать. Так, еще раз о том, как расставлять время. Чтобы расставить время. Так, давайте я вам еще раз покажу. Для того, чтобы нам с вами расставить время, нам нужно на нашей таймлайн выбрать каждого героя, кликнуть или на героя, или на тот предмет, который вы хотите. Вот она, наша таймлайн. Вот у нас герой. Да? Счастливый наш. Вот у нас наша девушка здесь, отображается девушка, компьютер, они у нас вместе. Когда мы на них кликнули, то, соответственно, длительность их нахождения, да, здесь вот она, в течение всего ролика, синим то, что высвечивается. Нам нужно, например, чтобы у нас и девушка тоже исчезла, давайте. Мы ей, видите, стрелочка, это выход. Мы ей тоже выход поставим сразу же после того, как у нас уйдет наш молодой человек.
Компьютер. Кликаем на компьютер. Компьютер у нас исчезнет вот здесь, вот в этот момент, после 4 секунд. Молодой человек наш исчезает также здесь, да, после 4 секунд. Вот мы перетаскиваем конечную, как это сказать, конец таймлайна, мы просто его весь синий, да, то, что синим заливается. То, что заливается синим, когда вы кликаете на нужный вам предмет или человечка. То есть мы кликнули на нашу даму, вот мы ей поставили чуть больше 4 секунд. Сначала выйдет человечек наш через 4 секунды, а она выйдет через 4,5 секунды. Да, вы видите, здесь все отмечено. 4 секунды, 5 секунд, 6 секунд и так далее. То есть сейчас в данный момент это будет вот так выглядеть. И все, они у нас все прекрасно исчезли. Да, для тех деток, кто увлекается компьютерами, конечно же, это мотивация. Им это понравится, а то, что им нравится, можно туда столько английского, представьте, добавить. Так, коллеги, кто спрашивал, как это можно все себе скачать? Во-первых, всем этим можно поделиться, но это будет в качестве ссылки на ваш кабинет, чтобы человек мог кликнуть из кабинета, в ваш кабинет зайти и посмотреть. Да, но вам лучше просто открыть, и я дам ссылочку на ютубовское видео человека, который на английском все сразу же объясняет и показывает, какие кнопки где нажимать. Единственное, что, знаете, в Powtoon, наверное, на мой взгляд, не очень хорошо. С другой стороны, это очень хорошо. Они очень быстро развиваются, у них каждые где-то приблизительно полгода какие-то обновления. То есть если вы сейчас один раз туда зайдете и все там посмотрите, то через полгода вы зайдете туда заново, и, может быть, кнопки будут немножечко другие, может быть, будет чуть-чуть другая анимация и так далее. Да? То есть просто не переживайте, там, в принципе, смысл всегда один и тот же. Можно скачать, загрузить на YouTube, можно загрузить на Facebook себе, соответственно, страницу, или если у вас группа на Facebook, вы туда можете загрузить. На YouTube на ваш канал оно загрузится сразу же. Я вчера сделала такой ролик, да, пробный, загрузила его на, кликнула загрузить на YouTube, через 5 минут, хотя ролик всего лишь 30-секундный, он загрузился на YouTube-канале. То есть можно все этим пользоваться, это работает. Вот чтобы его скачать в MP4, здесь сразу же есть программа, вам нужно за это покупать расширенный тарифный план. Но как это можно не делать? Вы загружаете бесплатно на YouTube, а с YouTube потом скачиваете через любой бесплатный сайт или приложение, которые дают возможность скачать видео с YouTube. Вбейте в поисковой строке «скачать видео с YouTube», вам высветятся различные сайты, где достаточно скопировать ссылку на видео, нажать «скачать». И оно закачается как MP4. Так что вот вам лайфхак, как не платить деньги за то, чтобы иметь файл все-таки файликом, да, видео, а не в интернете. Также его можно скачать в PDF, если у вас просто раскадровка сама будет, да, это получится, да, статичный комикс. Если так человечки у нас немножечко двигаются, то так у вас ничто не будет двигаться. Вы можете просто добавлять окошки с текстом, каждый новый слайд помещать в новую какую-то их помещение, допустим, или где-то не в помещении, наоборот, да, ситуация в городе. У вас просто сохранится все в PDF или в PowerPoint. Это что касается Powtoon. Вот такая вот программа. Анзалет научить самим пока тяжело. Ну, конечно же, коллеги, я вчера только разбиралась с этим совсем минут, наверное, 30, потому что подумала, что надо подстраховаться и все посмотреть. Так. И привычки, да. Но я уверена, что когда уже с этим совсем разобрался, то, конечно, становится проще. Коллеги, у вас сейчас видна презентация? Потому что у меня презентация куда-то временно пропала. Пропала, ничего страшного, мы сейчас найдем, чем заняться. А, у вас презентация видна? Не, я не профи. Я вообще не профи. Я только совсем сидела, знакомилась очень долго. Почему же у нас пропала презентация? Давайте, коллеги, мы с вами пока посмотрим ролик, в итоге которого у меня получился, он у нас никуда не пропал. У вас отобразилась картинка с там собачка, девушка, сори? Угу, отобразилась. Если посередине картинки у вас отобразилась кнопочка play, как на YouTube, да, потому что это видео с YouTube, то нажмите на нее, чтобы проигралось видео, потому что сегодня утром коллеги долго ждали, когда оно само запустится, оно не запустилось. Видео без звука. Да, здесь такая ситуация вполне типичная описывается. Почему он Мартин, сейчас покажу. Песик. Вот такой переход можно поставить.
Да, и песик у нас про себя подумал, что сори, хозяйка, я не хотел. Да, не хотел красть мясо и его есть. Это вот такой вот, да, ролик у нас. Это то, что получилось по итогам, когда я вчера пыталась все-таки разобраться с программой. А, так. Далее, коллеги, мы с вами посмотрим еще на ролик. По грамматике, который можно сделать через эту программу, через Powtoon. По грамматике он роль, оба, и по грамматике ролик с музыкой, и ролик с буктрейлер тоже будет с музыкой. Давайте посмотрим. Стандартная музыка, которую тоже там можно добавить. Мы с вами на этот файл не попали, когда слушали. То есть грамматику им объяснить в таком вот ролике довольно просто, да? Вот, ну, получилось какой-то текст добавить, чтобы кнопка не срабатывала. А здесь вы видите, что текст не добавляется, плюс можно текст, как он будет писаться, да? Как будто рукой. Или он будет высвечиваться по одной букве. Возможно, чуть-чуть побольше, чем по рукой. Вы видите, что картинки эти вставлены, да, котик и лев, например. То есть они не из программы не добавлены отдельно. Да, по ним видно, что они такие квадратики вырезанные. Но вот здесь, кстати, не хватает видео в конце слайда, где было бы написано, откуда брались эти картинки. Но мы представим, что человек их сам нарисовал. Главное, что это были не мы, и мы ни у кого ничего не крали. И я сначала покажу еще буктрейлер. Буктрейлер, кстати, по «Гарри Поттер и принц полукровка». Тоже он оформлен. В основном текст, немножечко картинок. И такая музыка своеобразная. Вот такой вот, да, у нас ролик. Сейчас мы с вами перемотаем презентацию на нужный нам слайд. А, то есть, да, вы увидели, что эти ролики, конечно же, можно делать абсолютно разнообразными. Да, вот мы с вами посмотрели ролик по грамматике и ролик по буктрейлер, да, по книге. К сожалению, у меня не отображается. Если у вас отображается слайд, то очень-очень хорошо, да, вот данный слайд. Напишите мне, у вас сейчас есть слайд, коллеги, то что у меня он почему-то категорически отображаться не хочет.
Да, есть слайд. Да, у вас должна быть страничка из медикаментного портфеля. Это как раз там история про Бобби и Мартина, да, где, на удивление, Мартином зовут собачку, а Бобби как раз хозяин. Но в видео, которое я вам показывала, да, где я там сделала, что песик как будто утащил еще, во-первых, что-то там скинул чашку со стола, да, утащил, когда скидывал чашку, заодно утащил кусочек мяса, да, и очень такой довольный сидит с этим кусочком. Заходит хозяйка, да, говорит, ну, Мартин, no, да, а он поворачивается потом как будто, да, от этого кусочка и думает, что sorry, что он не хотел, да, он такой извиняющийся. Это задание как раз в медвежьем портфеле. Нужно придумать продолжение комикса. То есть там в самом комиксе показывается, что мальчик пришел домой, песик его не дождался и разгромил всю комнату. Да? Что же может быть еще? Вот, допустим, представим, что эта женщина была, ну, в видеоролике это мама этого мальчика, она пришла, а вот песик еще и на кухне тоже учудил. Да? То есть можно с ребятами это все придумать и не только в медвежьем портфеле нарисовать, но еще сделать это интерактивно. Далее. Далее страница у меня, слава богу, с презентацией есть. Следующее – это как создать комикс через сайт storyboardthat.com. Да, опять же, вы, если у вас есть возможность, забейте себе сейчас сразу в адресную строку адрес сайта www.storyboardthat.com. Он очень простой, да? Storyboardthat. Хорошее просто название сайта, очень легко запоминается. Первая страничка будет у вас вот такая. Он, как правило, выскакивает на английском языке, но здесь у меня почему-то вот в комнате, сколько проводим вебинары, сайт выскочил с русским переводом. Я вам сейчас сразу же сначала покажу один комикс, который я сделала до вебинара. Они статичные здесь, да, то есть в этой программе это статичные, обычные комиксы, которые потом можно распечатать. А вот такой твой комикс, да, две девушки у нас где-то в кафе. Hi, Jane. Hi, Helen. Jane, let's go to the barbers. Great, let's go. Да, они поменяли выражение лица, поменялись движение рук, и потом они у нас пришли в barbers и перекрасились. Да, и рыженькая, та, что у нас до этого была темноволосая, русая, да, стала рыженькой, и хвалит прическу своей подруги, you look great. А подруга думает, wow, she's red, да, потому что она перекрасилась в рыжий. Да, то есть до этого рыжий была как раз подруга. Ну, как будто такая довольно простая ситуация, да? А давайте мы с вами сейчас будем делать, я не просто буду демонстрировать, как делать комикс, а мы будем вам, с вами делать по заданию с happyenglish.ru для 4 класса, где проверяется умение вероятностного прогнозирования учащихся, умение вести диалог и уметь использовать лексику, которая дана уже вот в этом шаре, look into the future. Так как у вас не будет слайд виден, то я себе распечатку этого слайда сделала, да, чтобы ориентироваться. И мы с вами не будем использовать фразы из шара in 15 years. Мы с вами будем сами придумывать, что может произойти через 15 лет с нашими героями нашего комикса. А вот вопросы мы как раз будем брать отсюда из задания номер 4, которое выделено сейчас красным цветом у вас на слайде. Давайте мы с вами посмотрим на программу. Перейдем сразу же в Storyboard That. Сейчас у вас виден экран, коллеги? Скажите, у вас должно быть цифровое повествование, создание раскадровки. Так, у кого-то не виден. У кого-то виден. Кого не виден, коллеги, перезагружайте, значит, это сегодня такой интернет. В основном плюсы. Прекрасно. Мы с вами должны кликнуть на создание раскадровки. У нас возникают три кадра. Нам выдается по бесплатной версии только три кадра, чтобы их было больше, как в комиксе, на целое А4, соответственно, нужно просто докупать. Да, мы с вами будем работать в бесплатной версии. Вот наши три кадра. И нас интересует верхнее меню. Здесь есть сцены, персонажи, текст, формы, веб-технологии, сайенсы и загрузить. Все остальное нам не нужно, нам нужно только сцены, персонажи и текст. Потому что мы делаем с вами комикс. Мы с вами представим, что наши ученики сидят, ну, в кафе у нас уже в таком было. Давайте мы какое-нибудь другое кафе возьмем. Вот такое. Более молодежное. Что-то похоже, да, на фастфуд. Один общеизвестный. Вот наша раскадровка. Мы перетащили место, сцену, где будет происходить наше действие, во все три кадра.
Дальше нам нужно поместить персонажей. Допустим, у нас будут ученик и ученица общаться, точно так же, как у вас они бы в классе бы разговаривали. Здесь есть взрослые, есть тинейджеры, вы видите, дети, работа, виды спорта, культурные, да, различные года, средневековые одежды могут быть персонажи одеты, монстры и мифы, да, и так далее, то есть животные и прочее. Мы с вами возьмем даже не подростков, а детей, потому что у нас happyengage.ru до 4 класса это задание. Вот такие у нас здесь есть прекрасные детки. Ну, допустим, у нас будет общаться мальчик. Возьмем первого мальчика из тех, что даются. И у нас будет общаться с мальчиком девочка. Допустим, вот эта девочка. Они у нас здесь бесцветные, да, и хочется их сразу же, конечно же, раскрасить и увеличить немножечко, да, в размере. Мы их немножечко увеличиваем и занимаемся дальше изменением данной фигуры. Нам можно перекрасить волосы, допустим, мальчик у нас будет темно-русый, светлокожий, с синими глазками. Рубашка у него здесь по автомату стояла зеленая, она может быть, например, оранжевая, красная, пускай он у нас будет в красной рубашке. Брюки синие, коричневые, там, серые, да, черные, в черных брюках пускай будет. И в синей обуви. Можно, конечно же, цвет поменять. Тогда вы кликаете здесь на соседнее меню, да, и из палитры уже выбираете цвет. Вот у него ботинки будут вот такого цвета. Чуз. Вот они перекрасились, вы видите. Далее мы меняем ему позу, потому что он у нас должен сидеть, а не стоять около стола. Да, у нас здесь есть отображение вид сбоку, вид сзади, то есть зависит от того, как вам нужно повернуть вашего персонажа. Можно ему повернуть голову, да, он у нас там наклонит голову, поменять ему выражение лица, радостное, печальное, удивленное. Ну, сначала у нас будет просто радостный. И руки поставим ему вот так, как будто он что-то у девочки будет сейчас у нашей спрашивать. И, конечно же, да, здесь есть различные позы. Он может идти, вот так стоять или сидеть, допустим. Мы его посадим. И немножечко его развернем. Сажаем нашего героя вглубь. Далее мы работаем с девочкой. Берем нашу девочку, делаем ее светловолосой, зеленоглазой, со светлой кожей, какой-нибудь зеленой курточки, допустим. Желтая юбка, чтобы у нас не сливалась, пока юбка будет розовая. Коричневой обуви. И меняем ей позу. Она у нас точно должна сидеть. И, допустим, руки у нее просто будут опущены вниз, как они есть. Можно ей поменять как-нибудь выражение лица. Мы не будем сразу девочку расстраивать вопросом. Различные есть вариации. Она у нас просто будет с наклоненной головой. Единственное, что когда мы сейчас с вами кликнем вид сбоку, почему-то он нам разворачивает ее обратно, да, вот сюда. Все, развернули. Отлично, развернулась наша девочка. Вот они у нас сидят. А теперь нам нужно, у нас уже готовые герои, с героями мы будем только менять положение рук дальше и выражение лица. То есть только две кнопки надо будет дальше кликать. Они полностью перекопируемые, то есть это не проблема. Так, мне не нравится, как руки выглядят. Пускай будут так. Обновить позу. И добавляем им текст. Кликаем на текст. Добавляем текст сначала мальчику. Перетаскиваем. Чтобы добавить туда текст, мы кликаем, да, здесь по вот этому окошку. И возникает у нас меню, в котором внизу, вот здесь, как в Word, да, можно вот себе окошко увеличить для текста, нам нужно впечатать вопрос. Давайте у нас мальчик задаст первый вопрос. Первый у нас здесь вопрос. Where will you live? Where will you live? Спрашивает он нашу девочку. Можем окошко уменьшить, чтобы оно у нас таким большим не было, чтобы уместилось все-таки два окошка. Мальчик нам задал вопрос. Теперь, коллеги, давайте мы с вами вместе придумаем, что у нас девочка ответит. Вы пишете варианты ее ответов в чате. Ее спрашивают, where will you live? Напоминаю, задание через 15 лет. А девочка что-то вот так сообщает, где она у нас будет жить. Что мы сюда впечатываем?
Утром были варианты in Paris. Почему-то большинство хотели, чтобы девочка сказала, что она будет через 15 лет жить в Париже. In London. Все же ближе, да, к стране изучаемого языка. Far from here. Ха. Хороший вариант, коллеги. Давайте мы far from here здесь напечатаем. Девочка ответила, I will leave. Полным вариантом ответа будем отвечать. Мы лучше сократим. I'll leave far from here. Печатка. Far from here. Напечатали. Опять же, да, делаем себе. Мы тоже их сейчас один раз сделаем. Дальше будем только перетаскивать. Вот так у нас получается. Вот у нас есть вопрос-ответ. Where will you live? I'll live far from here. Далее нам нужно наших героев, соответственно, скопировать. Мы нажимаем на героя, выбираем функцию копирования и перетаскиваем героя в соседнее окошко. Опять же, да, нажимаем копировать, перетаскиваем его еще в соседнее окошко, потому что ему еще отвечать на ее вопрос. Дальше девочку также мы копируем, перетаскиваем в соседнее окно, копируем и перетаскиваем еще в последнее наше окошко. Как я уже и сказала, мы с вами будем только менять положение рук и выражение лица. Так как мальчик уже у нас вопрос задал, давайте мы поменяем ему выражение лица. И, допустим, девочка будет ему задавать вопрос. What pet will you have? А он вот так хитро у нас будет отвечать. И руки мы у него поставим вот так. Вот такой у нас будет мальчик. Девочки. Девочка у нас будет задавать вопросы. Соответственно, мы ей тоже поменяем немножечко позу. И выражение лица. Допустим, вот так. И нам нужно осталось только скопировать наши облачки. Облачко номер один. Мы сейчас сразу копируем облачко номер два. Меняем вопрос в облачке у девочки. Да? Она до этого отвечала, теперь она у нас задает вопрос. What pet will you have? Коллеги, какое животное у мальчика будет через 15 лет? What pet? Sorry, what pet will you have? Поставьте себя на место четвероклассника. What pet will you have? Tiger. А утром первый был вариант. Crocodile. Вот так вот, видите? What pet will you have? A tiger или an elephant? Кого же мне взять? Давайте I will have a pussycat, an elephant. I will have an elephant. И у нас мальчик как раз такой очень хитрый. I will have an elephant. Прекрасно, нам осталось только еще раз поменять руки ему можно местами, да, куда-то, допустим, вот так. Он у нас так уже делал. Нет, так у нас он еще не делал. Пускай ровно сидит. Нет. Мальчик будет вопрос задавать. И девочка будет на вопрос отвечать. Мы ее очень задумчивую сделаем. И опять же нам нужны окошки, куда нам нужно вписывать слова. Мальчик у нас задает вопрос. А вопрос у нас будет такой. What will you wear? Самое то для девочки, да? What
Will you wear? Что ты будешь носить через 15 лет? Давайте, коллеги, предлагайте, что девочка на это может ответить. Еще с таким выражением лица. What will you wear? Спрашивает наш мальчик у нашей девочки. Что бы наш ребенок ответил? Через 15 лет. 15 лет. Ну да. Давайте так и напишем. I will wear a wedding dress. Вот такой у нас получился конкурс. Мы с вами его делаем еще даже меньше 15 минут. Знаете, почему я это знаю? Потому что у нас программа еще ни разу не попросила сохранить комикс, потому что мы делаем его уже 15 минут и ни разу не нажимали «Сохранить». Да, вот здесь кнопочка «Сохранить» внизу. Чтобы у вас ничего не случилось, не слетел интернет, и, соответственно, не пропал весь ваш комикс. Да? Но в любом случае мы с вами зато точно знаем, что мы это все сделали меньше, чем за 15 минут. Нажимаем «Сохранить». Ну вот сегодня утром у нас был уже один вебинар, на котором мы раскадровку сохраняли. Да, вот здесь как раз мы видим с вами, что можно по бесплатной версии, то есть нужно удалять предыдущую каждый раз раскадровку и, соответственно, сохранять эту раскадровку новую. Как только вы ее сохраняете, ее можно потом в своем личном кабинете посмотреть или можно ее пролистать вот так же, как она у вас была сделана. Сейчас мы вернемся обратно к презентации. Вот так, да, то есть, когда вы ее сохраняете, то есть, вы просто удаляете предыдущие комиксы, которые были уже сделаны, чтобы по бесплатной версии как можно больше можно было этим пользоваться, и у вас будет просмотр в слайдах, слайд-шоу, вот в таком формате. Они по одному, большие такие слайды будут высвечиваться, или вы можете просто скачать, и тогда у вас будет выглядеть как комикс, единственное, что вот он свой из трех окошек. Вот такой вот комикс. Да, здесь не интерактивное, но можно, видите, да, все равно приятно, что можно менять положение рук, можно менять выражение лица нашим героям. Все-таки это добавляет какого-то, да, энтузиазма. Можно ставить различные выноски. Это я здесь везде одинаково скопировала, да, можно, соответственно, менять, что герои у нас общаются, это не в одном помещении, это можно в каждом окошке сделать что-то свое, какой-то свой комикс. Все это тоже здесь возможно. Это вот мы с вами попробовали выполнять такое вот упражнение у нас, да? Почему-то дальше, коллеги, у меня опять не запускается презентация. У вас, наверное, как раз презентация есть. Но уроки деткам понравятся. Да, я уверена, коллеги, что ребятам точно это понравится. Потому что все, что связано с гаджетами, да, правило, всегда ребятам нравится. Так, коллеги, давайте мы сейчас с вами попробуем еще раз презентацию загрузить, чтобы все-таки презентация отображалась. Да, это что-то у нас было с презентацией. И есть причем с презентацией. Вот только сейчас у меня высветилось сохранить свою раскадровку. Кстати, в комиксе. То есть только сейчас 15 минут прошло. Итак, коллеги, подводя итоги, да, мы с вами понимаем, что использование веб-сервисов полезно. Да, использование веб-сервисов для того, чтобы сделать комикс, да, нам тоже показалось полезным, да, вы писали в чате, что это действительно хорошая, да, вещь, что можно с этим совсем прекрасно справиться. Да, мы понимаем и увидели с вами, что такие веб-сервисы можно использовать для того, чтобы проводить проектные занятия.
Да, и, конечно же, для того, чтобы активизировать лексику, для того, чтобы повторять с ребятами грамматику, чтобы диалогическую и монологическую речь нам можно было развивать. Все это реально с помощью вот таких веб-сервисов, которые я сегодня показала, это PoTool и Storyboard.that. Да, у них есть, конечно же, свои недостатки, но в основном все-таки они нам полезны. Здесь сейчас на слайде у вас ссылки на наши ресурсы, на наш интернет-магазин, на форум, да, на нас в соцсетях. Надеюсь, что у вас все отображается и все видно. Можно вернуть на слайд, где написаны ссылки. Ссылки на что? Сейчас. Эти ссылки, коллеги, где примеры роликов и как работать с сервисом PoTool. Презентацию отсюда сейчас скачать нельзя, к тому же она у меня почему-то битая и не до конца открывается, не знаю. Мы ее выложим на форум, и она там будет абсолютно нормальная, хорошая, скачиваемая со всеми ссылками. Да, у меня здесь вот ссылки только эти. Угу, прекрасно. И, коллеги, хотела вам, да, напомнить или объявить тем, кто еще не знает, что у нас новая серия книг, это Title Junior Classics и Title Action, которые у нас появились в интернет-магазине. Они электронные книги с аудио, которые можно к ним скачать. Так что заходите к нам в интернет-магазин, посмотрите на новинки, это здорово. Художественная литература, может быть, вам это понадобится. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Может быть, кто-то из вас будет завтра у нас на семинаре тренинги в городе Обнинск, тогда мы с вами еще и лично сможем увидеться. Была бы очень рада с вами познакомиться лично. Для 6 класса нет, не вышел. Нет, Тамара Валентиновна, не вышел он для 6 класса. Я ничего не успела, но я постараюсь. Пожалуйста. Юлия, спасибо вам большое. Угу. Ну, коллеги уже да, что открыли вкладки и сохранили все в закладках. Мне кажется, это самый такой правильный способ ничего не потерять. Спасибо вам большое, коллеги. Я должна вам оставить код для того, чтобы вы скачали сертификат. Слайд «Как получить сертификат» у вас сейчас должен был высветиться. И код для сертификата в чате сейчас появится. Да. Осталось теперь попробовать самим. Спасибо большое, коллеги. Я старалась, по крайней мере, жалко, да, что у нас немножечко были сбои, и коллеги отключались, не сразу все включалось. Но буду надеяться, что все-таки у всех все было видно, и максимально, что можно было показать через вебинарную площадку, мне удалось. Спасибо. Вопросов вроде больше не вижу. Да, сразили желанием. Прекрасно, я очень рада. Спасибо большое, коллеги. Те, кто завтра к нам придут на семинар-тренинг, буду рада вас увидеть. Там мы с вами поговорим о метапредметных умениях, как это все анализировать. И это будет не выступление, это будет тренинг, да, мастер-класс, когда будут коллеги, все, кто завтра придут, работать, решать задания, заниматься мониторингом метапредметных умений вместе со мной. Надеюсь, что это понравится. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч.